Просто разогрей до 300 и оставь ее на 35 минут. Спасибо, Карен. По собственному рецепту мексиканца лазанья. Блеск. Джеффа и я не представляем, каких терзаний находишься. Ну, допустим, я когда Джеффа собьет машины с летальщиной молниеносной и насильственной. Вот так. Что ж, вернешь блюдо, как заблагорассудится. Добро пожаловать, друзья небес. Похоже, у нас сегодня появились новые лица. Я Джуди. Джен. Надеюсь, не будет странно. Не против обняться? Нет. Ладно. 8 недель назад я потерял жениха. Фатальный случай? Поскольку Тед умер, а со сном имеется проблема? Отнюдь. Привет, все равно не сплю по ночам. Без сети не звони. Скопируемся в поддержке бессонницы. Здрасте. Получила? Это он? Не, другой мужик, типа ворог? Тогда упаковано. Слама в кроватке, да. Чем облачена? В спортивных штанишках. Помедленнее. Что? Ты весьма необычный, Джуди. Постоянно практикуешь, не мудрецы скажу, узрев мятину с размером человек на переднем бампере автомобиля, вероятно, испытываешь одиночество в большом доме без Стива. Высветительный дом открыт. Мило, что ты со мной. Мальчики, познакомьтесь, Джуди. Эй, папка появился! Он полагает, птичка, его почивший папашка. Не исключена возможность. Ага. Непонятно, она еще там. Да ладно, ебать, не переебать. Даже не знаешь ее. Вдруг окажется, я за шизанутой. Разве скинь Джуди Хелл? Чего в поисках Джуди? Поведаем так, куда бы Джуди не направлял, сказал, что я врожден, тенденция. Вроде какой-то гриб, бесконечный участник. Навалилась благовать, типа, с казачка не поведаешь. Беда подталкивает народ на диковины мерзости. В курсе тебя, доброе. Безумно или нет? Умудрилась пригласить преступницу в свой дом. Она единственный человек для меня, создающий уют. Опять же, не удручает мое ощущение, что еще секунду окружает во дворок. Притормози, мудила. Знаю, вдову бегущую по кругу, вроде ночеватель белого вина. Уебок! Охуенно люблю. Мертв ли меня? Скучаю по тебе, малыш. Подумал сказать. Ладно, проехали. Попытка, не пытка, нахуй тоже. С 3 мая.